Привет всем, на канале Сина Сарченко Влог. Знаете, сегодня сидела, разбирала видео на компьютере, потому что у нас нет места, некуда уже ничего выгружать. И нашла, короче, ролики с нашего переезда в этот дом. Мы здесь живем уже, получается, второй, да, 2 месяца мы здесь прожили, да, уже, Паш? Да? Почти 3 месяца? Или нет? Сколько мы здесь живем? Два месяца мы здесь живем. Почти 2 месяца мы здесь уже живем, но мы вам так и не показывали, как мы этот дом нашли и как мы сюда переехали. Так вот, у меня есть какие-то ролики, которые сейчас будут сразу после вот этой вот моей болтовни. Вы, пожалуйста, их смотрите, ставьте лайки, пишите комментарии. Поэтому сегодня вместо влога выходит это видео. Память пусть останется на YouTube. И не забудьте подписаться и колокольчик поставить. Да-да-да. Вот-вот, что такое, что такое? Вот-вот. Вот-вот. Вот так вот козы в Дахабе. Дахаб. Да? Смотрим. Значит, мы тут по дахабским улицам бедуинским. Пытаемся пройти с коляской. Тут дорога сразу минус, как бы. С коляской ходить не очень. А пешком я с ним таскаться как не буду, только коляска на море. Ну, как бы так. Ну, скажи. А? Скажи. Я говорю. Да. Идем, значит, мы по дахабским бедуинским улицам. И здесь совсем не то же самое, что на набережной центральной. Здесь. Видите, вот они живут вот так. Вот это вот обычная жизнь, это обычные дома. Вот вы видите, вот гуляют козы. Вот это вот обычные дома. А этот дом сдается в аренду, да? Вот такой дом сдается в аренду. Ароматы коз, ароматы ванили. А вот так выглядит детская площадка Дахаба. Старая лодка, на которую можно залазить, скатываться с горки. Макс, как ты думаешь? Залазить, там скатываться. Что? Что говоришь? Джамп, 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 джамп. 1, 2, 3, папа! Нет, туда. Туда. Ну это, переехали дом. Он очень грязный. Ты принесла попить, Мариш? У тебя в рюкзаке вода. А, в рюкзаке. Вот такая вот здесь грязь. Это все было на решетках. Смотрите. Капец просто. По-моему, все это все. Все вблизи, все старое. В этом доме ничего хозяева не убрали. Такая вот пылюга. Капец просто. Ну ничего, убирать будем сейчас. Вообще с бедуинами такая история, они ничего не делают. Их просишь, а они не делают нифига, короче. Надо добиться, чтобы они нам фен принесли, Паш. Ничего они не сделают. Вот сколько фен инсайд? Нету инсайд фена. Мариш, он вчера сказал, что они сделают уборку. А они не делают ничего? Ничего не сделали. А ты спросил, почему они не делают? А? Нет.
А это что, наш будет мама? Вот, тут, короче, пыль такая на полу. Капец, вон грязюка такая. Так что, имейте в виду, в общем, бедуины ни хера не делают. Именно вот здесь бедуинские дома, если дом, он более-менее европейский, европеизированный, то есть там все европейское, то еще могут что-то сделать. Но вот мы в прошлом доме жили, когда мы сейчас съехали, стиралку так нам и починили. Не починили, но интернет, слава богу, как бы провели, и то через 2 недели. Он был, но он далекий, но новый роутер. Это вот так вот. Допустим, мы жили первый раз в Успея, там, ну, европейское все новое, там все нормально. Ну, то, что все новое, как бы ничего, в принципе, делать не надо. Было пару вещей, в принципе, которые нужно было сделать, и, в принципе, достаточно быстро их сделали. То есть, если европейское жилье, то, в общем, более-менее нормально новое. А когда старое, то жопа полная. Зато здесь вот такой вот вид. Так, ну все, мы переезжаем в другой дом. Мы уже большую часть вещей с утра перенесли. Частично прибрались в том доме. У нас коляска, видите, как удобно? Да. Леха везет вещи. Коляска как? Коляска для вещей. Да? Да. Вот. Тут рядышком мы переезжаем, буквально 200 метров. Поэтому перетаскиваем самостоятельно вещи. Я здесь... На столе, есть столе. Мы продолжаем уборку, мы в бедуинском доме. Мы продолжаем еду. Маляк. Мы очень проголодались, нет газа пока что еще, мы не можем приготовить ничего. И мы решили купить фалафель. Да, утром сказали, что газа нет, сказали, газ здесь, сейчас принесу. В общем, уже полдня нет газа. Я беру достать газ. Где? Не, вообще там клево, тут с ними кухню прибрались, там начали прибираться. Не все, как это же начали, но там прикольно. Да! Какой домик хороший, необычный, не европейский. Бедуинский. Бедуинский, да. Зато с видом на море. Да, видит на море. Сидишь, трансфорт, видишь море. Мы зашли, купили коврики на наш новый дом. Шикарно. Все, вот мы постелились здесь рядышком. Сегодня луна полная, смотри. Полнолуние.